Снежная буря в Калязине. Под таким названием на исходе календарной зимы прошли соревнования гонки на снегоходах. На мероприятие были приглашены любители активного зимнего отдыха, а его организаторами стали мотоклуб «Ночные волки» Калязина при поддержке администрации Калязинского района, Калязинского участка, ДСАФ России по Тверской области и других партнеров. Местом проведения зимних гонок стало поле близ деревни Овсяниково Алферовского сельского поселения. Участниками соревнований стали экипажи из Калязина, Кашина, Твери, Торжка, Кимр, Истры, Звенигорода, Углича и Мышкина. Первое наше мероприятие, которое проводится в Калязине, это снегоходные гонки, которые мы назвали «Снежная буря». В дальнейшем планируем проводить данное мероприятие каждый год и каждую зиму. Первыми показали свои умения владеть снежной мототехникой юные участники. Затем соревновались девушки. После прошли заезды в категории туристы. Последними соревновались спортивно-кроссовые снегоходы, разделенные на классы 800 кубических сантиметров и 1000 кубических сантиметров. Обычно катаемся всей семьей с Калязинским районом, с большим удовольствием, смотрим на природу. И вот выдалась такая возможность, в общем-то, поучаствовать в женском проезде. Снегоходы очень люблю, это вообще какое-то чудо техники. Он едет и везде, и медленно, и быстро, и по воде, и через лед, и через канавы. После подведения итогов на торжественной церемонии призерам и победителям вручили призы от партнеров гонок, грамоты и кубки. Помимо победителей определили самого медленного гонщика, им стал Виталий Алферов, прошедший трассу за 2 минуты 43 секунды. А самым быстрым стал Андрей Гид, показавший время 2 минуты и 4 секунды. От лица администрации Калязинского района я хочу сказать, что мы за любые соревнования. Мотогонки, снегоходы, гидроциклы. Мы вас ждем всегда и будем рады вашей личной инициативе. В свою очередь зрители, помимо наблюдения за гонками, смогли покататься на лошадях, угоститься горячей кашей и чаем на полевой кухне. Организаторы планируют сделать соревнования традиционными на Калязинской земле, привлекая к ним все большее количество участников из разных городов.